Добрый день. В студии сегодня передача «Прямой эфир» и наш гость Сергей Юрко, юрист. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Также я, ведущий передачи «Прямой эфир» Григорий Петренко. И мы поговорим сегодня о событиях, которые предполагаются будут 16 сентября. Я имею в виду марш унионистов и все, что связано с этим маршем унионистов. Сразу же первый вопрос у меня к вам. Как вы относитесь к данному маршу? То есть я почему спрашиваю, вот я вижу, вы улыбаетесь, потому что есть юридическая сторона этого момента, есть, скажем так, моральная сторона, может быть, я даже не знаю, как еще сформулировать, то есть отношение вот такое, исходя из системы ценностей чисто человеческих, граждан, которые проживают в Молдове. Вот как вы относитесь к этому? Ну, давайте вашему? Сначала, добрый день всем, давайте сначала возьмем юридическую сторону данного вопроса. Если берем Конституцию Республики Молдова, статья 3, 56, 57, там четко оговаривается, что такое государство, территория, и что такое, в принципе, пусть юридически, но страна. Страна, в которой ты живешь. И все, чем ты ценишь. И смотрим, что там территория Республики Молдова, статья 3, она не может быть... Как бы это сказать? Неотчуждаемо. Неотчуждаемо. Она принадлежит народу Республики Молдова. Это наша территория. Нравится кому-то это, не нравится. Но это наша земля, это новое государство. Многие говорят, что это государство маленькое, не имеет перспективы. В Европе много государств, которые намного меньше по территории, чем наша республика. Там тоже живут люди. И эти люди доказали, что их страны конкурентоспособны, что там можно развивать экономику, культуру. И дело не в территории. Дело совсем не в территории. Важно в людях. Два. Возьмем моральный уже аспект данного субъекта. Первое, что я хочу сказать, что те, которые делают вот этот марш, это люди с двойным гражданством. Люди, которые посягнули на верность, я не хочу сказать вражескому, но смотрю с того времени, как Румыния хорошенько вцепилась в нашу республику и нам диктует разные ее взгляды и интересы. У нас постоянно в гражданском обществе волнения, проблемы между этносом, которые живут в Республике Молдова. И те, которые устраивают этот марш, я просто знаю, даже взять, что говорит закон. Обычно что? Человек, который присягнул два раза, он как бы неблагонадежен. И те, которые делают это, они говорят про каких-то, что у нас будут какие-то выгоды, какие-то преимущества, будучи в составе Румынии. Я просто взял вчера вечером и посмотрел данные о простой жизни самих румын, которые живут за прутом. Там у них ситуация намного хуже. И пусть они даже посмотрят на того же гражданина Румынии Тудор Георги. Он исполнитель бард песен. Когда он сказал, мне стыдно жить в этой стране, где каждый румын, который только что родился, уже должен суммой 35 тысяч долларов. Это что, мы куда идем? Мы должны тоже научиться жить в кредите, как живут румыны, и показать, что у нас есть благополучие, что мы живем хорошо. Я знаю, каждый должен платить по своим счетам. Это тогда получается, что это человек, который что-то умеет. А жить в кредите – это нечестно. Потому что по кредитам надо будет однажды расплачиваться. Понятно. Но вот смотрите, унионисты ссылаются на то, что у нас есть в той же Конституции другие пункты, которые позволяют высказывать свои мнения, позволяют собираться, позволяют проводить такие мероприятия, на которых они как бы вот высказывают. То есть получается, здесь один пункт говорит одно, другой пункт говорит другое. И они, скажем, давят на те пункты, в которых они имеют право на высказывание своей позиции. Вы считаете, что это противоречие сознательно было заложено в Конституции? Или это некий недочет? Нет, тут проще. Конституция Республики Молдова в 1994 году практически была скопирована. С Конституцией Румынии, других конституций европейских государств, которые, вы знаете, у них уже, если мы еще не поняли, что такое страна.
то, как понимаем мы страна и как понимает это француз, испанец, это совсем другие разные понятия. Испанцу, французу не надо написать в Конституции, что вот, это твоя земля, ты должен о ней заботиться. Он уже это, он чувствует внутри. То, что мы за 20 лет так и себе не присвоили вот эти чувства. И когда мы говорим об этом, что имеет право, вот недавно на публике господин Рожко сказал правильно, я думаю, очень правильные слова, когда он сказал такое: ты живешь в Республике Молдова, можешь себя считать славянином, румыном, молдаваном, цыганом, не имеет значения. Все твои взгляды хороши, ты имеешь право высказываться до того момента, когда ты начинаешь идти против государственности. В тот момент, когда ты идешь против государственности, ты уже должен считаться как враг. Враг этого государства и враг этого народа. И по-другому нельзя, потому что если сегодня я смотрел в новостях, уже сатанисты хотят тоже сделать официальную свою религию. Ну давайте завтра маньяков поставим, послезавтра еще кого-то. И что? Маньяков, убийц. Да, убийцы все. Куда мы покатимся? Во-первых, в Молдове многонациональное общество, которое, я не просто хочу сказать, что пришли гости со всех сторон, и просто они сидят и гостят тут. Эти народы все подняли вот этот город Кишинев, который столица нашей республики. Эти все люди подняли эту республику, которую мы за 20 лет даже 1% не можем сделать, сколько они сделали за 45 лет, пока мы были в Советском Союзе. И я хочу сказать, что каждый этнос имеет право на свои взгляды, на свою культуру, но в составе государства молдавского, нашего РМ, и никак по-другому. И страна наша – это неразменная карта, которую мы сегодня захотели – присоединили, завтра захотели – вышли. Мы должны строить общий дом, чтобы мы были понятны и для Востока, и для Запада, как страна, как люди, как патриоты своей страны. Ну, я думаю, что тут еще момент, вот вы сказали, что не все осознают государственность республики, потому что молодое государство. Я думаю, что это еще от того, что государственность на нас фактически свалилась при распаде Советского Союза, то есть мы не боролись за государственность. То есть те страны, те народы, которые боролись с оружием в руках, которые потеряли много своих предков, которые отстаивали свою государственность, свою общность, свое право на то, чтобы в рамках новых государств развиваться, они это ценят. У нас же получилось так, что на нас независимость свалилась после распада СССР, 15 бывших республик. И в этот момент, я, насколько знаю, румынские спецслужбы начали активно действовать на территории Республики Молдова, создавая условия для того, чтобы с одной стороны граждане Молдовы массово получали румынское гражданство, с другой стороны, создавая условия для того, чтобы развивалась так называемая пятая колонна здесь. И эта пятая колонна получила возможности пропагандировать идеи, будучи преподавателями в вузах, будучи работниками в аппарате правительства, президента, парламента, будучи работниками в примариях. То есть вот так называемая интеллигенция, она была введена в качестве пятой колонны во все органы управления Республики Молдова для того, чтобы действовать в интересах соседней страны. И я лично знаю, что когда в эту среду попадают люди, настоящие государственники, они говорить о том, что государственность Республики Молдова, о том, что язык, допустим, молдавинизм, молдавский, о том, да, что молдавинизм, да, им просто не дают этого делать, или их вытесняют как инородное тело. Я имею в виду в руководстве страной или в руководстве местных органов власти. По крайней мере, очень часто такое встречается. Ну, вузы – это вообще отдельная тема. И мы выращиваем вот фактически поколение за поколением тех, кто уже непонимание воспринимают наше государство так, как должны воспринимать. Я с вами абсолютно согласен, но что я понял за эти года? Молдаванин говорит одно, думает по-другому, делает третье. Вот всегда молдаване вот так, они просто было вот в это время, даже когда была коммунистическая власть у нас, вот эти 8 лет, да, люди постоянно имели возможность сравнить, что там в Европе, что там в России и что у нас происходит. И вот
если раньше, например, помните, Вторая мировая, все для победы, все для фронта, для победы. Тогда работали маленькие дети, например, и все последний кусок отдавали для этой победы. Сейчас вы правы. Сейчас они им просто досталось то, что досталось, и для них не более это как машина. Вы знаете, взял, покатался, продал, купил другую покруче. Или остался вообще без машины. И такое может быть.